Новость последних минут. Владислав Баумгертнер уже передан представителям российских правоохранительных органов. Белорусское телевидение только что распространило эту запись. Предприниматель, который ранее находился под домашним арестом, был доставлен в СИЗО. Там оформили необходимые документы. Чуть ранее в Минске было принято важное принципиальное решение. Генеральная прокуратура страны дала добро на экстрадицию генерального директора «Уралкалия» в Россию. Он был задержан в Минске еще в августе после прекращения сотрудничества его компании с местным партнером «Беларусь-Калием». Ему вменялись злоупотребления полномочиями, в результате которых, по версии местных следователей, белорусские компании терпели убытки. Сперва Баумгертнера поместили в следственный изолятор КГБ, но в конце сентября перевели под домашний арест в Минске. Эксперты обращали внимание, что в этом деле фигурируют и большой бизнес, и большая политика. В итоге и в России против гендиректора «Уралкалия» начали уголовное производство, и месяц назад Басманный суд Москвы заочно арестовал его. Тогда в Генпрокуратуру Беларуси был направлен запрос о выдаче Баумгертнера.